Итак, ребяточки, всем привет. В общем-то, мы закончили прошлую серию на моменте, когда нам по какому-то странному сигналу... По-моему, что-то пошло не так. А, вот куда мы вообще прилетели. Я уже чуть не испугался. Ё-моё. Это космическая станция. Ух, я думал, нам на планету нужно. А оказывается, нет, нам нужно вот сюда. Сейчас мы залетим в этот луч, и нас должно притянуть. Да, наш первый контакт с инопланетянами, ребята. Ну, практически первый. Станция Сигма. Так что идем знакомиться с ее обитателями. В прошлой серии мы прилетели на нашу первую космическую станцию, и давайте же сейчас сразу же будем знакомиться с ее обитателями. Так, давайте поглядим, что у нас здесь есть. Так, ну это кастомизация, давайте сразу, в принципе, кастомизируемся. Раса та же, как костюмы здесь стандартные, как я вижу. Так, какое чувство, вроде у меня вот только что обновились драйвера, и картинка какая-то стала такая выцвевшая. Ну какая-то такая она яркая, размытая, короче. Что-то непонятно. Так, сюда мы сейчас зайдем. Поговорить с кем здесь можно? Не с кем. Так, ладно, ребятки. Что важно? На этих станциях никогда не пропускайте. На каждой новой станции есть вот такой вот раздел. И нам предлагают добавить куда-нибудь ячейку. И я буду добавлять вот сюда. А, чё, нет, сюда я не могу? Или нужно его именно купить? Так, улучшить экзокостюм. Сколько это стоит? 5000 юнитов. А у меня 4700. Ха, ладно, может сейчас мы что-то продадим. Тут со всеми попробуем поздороваться. Но, наверное, никто нам сейчас ничего не даст, потому что у нас никакой репутации нет. Мы же начали игру заново. Так. Обменять скопление нанонитов. Нанонитов. Так, ну, это мы тоже ничего не можем. У нас их пока что нет. Так. Давайте приобрести компоненты. Вот, тоже есть модули, но все говнецо. Нет, не интересно нам. Так, ладно, тогда нам нужно будет, наверное, на другую сторону сейчас зайти. Так, здесь мы тоже что-то можем... Что-то можем мы... Где тут было только что ешечка? Ну, только что появилась, я же видел. А, вот, ну, что-то я подобрал. О, еще здесь что-то есть. А ну-ка, давай. Ладно. Сущность, ты наша рогатая, рассказываешь, что здесь есть. Так, радостное приветствие электронной формы жизни. Существо смотрит на меня, надеясь на мою помощь. Давайте дадим углерод. Всем нужно помогать, они нас будут изучать, будут изучать слова, помогать нам и улучшать репутацию. Наш счет пополнили и дали еще нам какие-то координаты. Ну все, пока что у нас ничего нет. Что ему дать? Корвакс, ты наш механический. Так, до свидания. Там закрыты двери, да? А, вот терминал, чуть не забыл. Нам же нужно срочно что-то продать, чтобы у нас было 5000. Продавайте предметы. Дигидроген. Вообще у меня, то есть нифига нет, кроме дигидрогена, да? Так, ну мне нужно буквально чуть-чуть. Давайте вот так продадим. Вот пятерочка у нас появилась. Аллилуйя. И побежали туда. То есть, это очень важное улучшение. Их ни в коем случае нельзя пропускать. Так, ну надеюсь, они одинаковые. Ага, там 50 стоит. Ладно, тогда... Тогда покупаем обычную ячеечку. Просто в разделе груз туда влазит в два раза больше. Там ячейки более вместительные.
Здесь у нас, как вы видите, оживленная трасса. Корабли постоянно прилетают и улетают. Мы можем любой из них купить, ребята. Любой из них купить. Смотрите, сколько у него сопел. Это просто какой-то Сатурн. Он даже повернулся к нам. Давайте посмотрим. Корабли отличаются классами, отличаются вместимостью грузов. И главное здесь, в принципе, в игре, это количество ячеек. У вас в скафандре, у вас в мультитуле, у вас в корабле, ну и так далее. Нажимаем купить звездолет. 25 ячеечек. Обсудить цену. У нас 15, у него 25. Классный кораблик у него. Я бы, конечно, прикупил, но 2 миллиона 700. Это совсем, совсем, ребята, недорого. У него класс Б. У нас класс С, это самый низкий. И потом идет класс Б и класс А. Ну, вот показатели. У него он мало по показателям отличается. Главное его отличие это вот эта вот вся шняга. Так, а я тут кое-что завтыкал. Так, я откуда спустился? Вот я кое-что завтыкал. У нас же есть яйца. У нас же есть супер-пупер эти протеиновые яйца. Белковые жемчужины. Они просто находились в инвентаре. То есть не моем, а в инвентаре корабля. Сейчас мы их загоним. Посмотрим, почем они. Продавайте. Так. Нажимаем С. Вот переключить инвентарь корабля. 162 тысячи. И серебро туда же. Вот это я понимаю, мы торганули. Так, нажимаем X, и теперь мы можем что-то купить, если это нам нужно. Технологический модуль. Эти штуки нам нужны, конечно, будут. Но пока что оно стоит очень... Хлор здесь есть. Ну, такое. Здесь мы ничего покупать не будем, но сейчас стоит заглянуть в магазины. Мы тут немножко торганули. Значит, стоит сюда заглянуть снова. Приобрести. Ай, ты, блин, тоже это все за компоненты купить. Жаль, что за обычные деньги мы здесь ничего купить не можем. Ладно, тогда побежали все. Побежали на ту сторону. Получены координаты планеты... источника. Так, завершен какой-то важный этап. Наверное, мы нашагали или наобщались, я не знаю. Заработано юнитов. Так, ну эта станция у нас корваксовская. Давайте будем пытаться с ними говорить. Так, а почему у нас пробуждение? Найдите тайник. Найдите повторитель, чтобы узнать больше. Странно. Почему? Я думал, нам на станцию нужно, но ладно. Раз нам не на станцию. Что ты хочешь? Вызвало некоторое любопытство у данной формы жизни. Она тихо жужжит. Показывает, что готова вести разговор. Но нам... Ну да, нам нечем... Нечего, короче, ей предложить этой форме жизни. То есть, ну, они здесь все такие. Ну, может, кто-то нам какие-то координаты там подскажет. Так. Погружен в довольно необычное занятие. Он сосредоточен, сканирует собственный стол, хотя причин для этого, казалось бы, нет. Так, войти в зону сканирования, использовать сканер мультитула. Ну, я сканирую стол и не обнаружу ничего необычного. Так, ладно, давайте второй вариант попробуем. Вторжение, сигнал тревоги, Корвокс тут же прерывает сканирование и осторожно смотрит на меня. В общем-то, хорошо хоть репутацию не испортили с ним. Большинство действий нам, конечно, идут на пользу, но в целом нет. Так, Корвакс явно погружен в какие-то собственные размышления. Он практически не реагирует на мое появление, кажется, из-под его шлема. До меня доносят какие-то звуки. Ну, давайте привлечем внимание. Он вздрагивает. Звуки умолкают. В общем-то, нет. Не стоит, короче, пытаться их потревожить, если они сразу не отреагировали. Ладно. Ну, ничего нет, как-то скучная какая-то станция. Терминал, здесь что, будет то же самое? Или будет что-то новое? О, здесь статистика, я не обращал внимания. 6000 шагов.
Покупайте в галактической торговой сети. Ну, здесь все то же, что и мы видели. Металлические процессоры — штука полезная. Технологические модули тоже полезны, но недорого стоят сейчас, конечно. Пугни, медь, тритий, манго, золото. Но оно делается явно не из золота. Из кобальта и фосфора чего-то там делается. Ну да, ничего здесь такого особенного пока что нет. Есть телепорт, ребята. Телепорт, а здесь раздают задания. Но, опять же, нужно завоевать репутацию, хотя бы плюс один у этих корваксов, чтобы нам хоть что-то дали. Осматривается. Так, на нас. На жалость. Электронная форма жизни смотрит на нас, как на жалку и кусок, кусок мяса. Так, как там говорят роботы? Кожаный мешок, да? Я не первый раз задумываюсь, что же скрывается за маской этого существа. Возможно, когда давно эта раса не так уж отличалась от моей собственной. Да, но опять же, не говорится, что мы люди. Я на этом уже, ребята, акцентирую. Что-то мне кажется, будет здесь какой-то подвох в игре. Так, ну вот телепорт. Но сейчас нам скажут, что некуда нам телепортироваться. У нас нету сети. Когда у вас появится база, вы можете телепортироваться на нее. Ну и между станциями мы тоже сможем телепортироваться. Ладно, тогда... Тогда валим отсюда. На планете находится наша точка. Полетели. Продали лишний инвентарь. И можем лететь. 3, 2, 1, вход в атмосферу. Блин, ну мне так стремает еще. Кажется, что я сейчас разобьюсь. Так, о, ну, ребята, раз здесь есть зона посадки, то давайте приземлимся. В зонах посадки, как я говорил, топливо не тратится на приземление и на взлет. Потому как бы можно и приземлиться. Кстати, я тут не обратил внимания. Так, система. Новое открытие. Ну, раз они на нас не набросились, вот эти вот ребята, значит, не все так плохо. Давайте зайдем в наш путеводитель, что ли. Открытие, точнее. Буква А значит открытие. Так, ну за это нам дают наниты. Так, кстати, планеты можно переименовать, но это до того, как мы загрузили, я так понимаю. Первый открыватель. Ха, ребята, мы открыли нашу первую планету. Ах, нет, вторую. Первая, на которой мы появились, тоже было, была не открыта. Биом. Безоблачное небо, стражи спокойны, флора великолепная, фауна обширная. То есть кобальт, пирит, медь. Ресурсы. То есть, в принципе, неплохая планета для жизни. Смотрите, у нас не тратится ни здоровье, ничего у нас не тратится. Это наша сохранялочка. Так, ну тут, ну, с графикой явно что-то у нас поменялось. Так, богатое дейтерием растение. Кстати, я вот был на станции, это и не посмотрел. Дейтерий. Можно ли его куда-то загнать? Дейтерий. О, форма жизни. Это мутант стегозавра. Может, ее тоже покормить можно? Что ты жрешь? Кобальт, а чё же вы такие все... О, то есть я его покормил. Давайте сейчас его так разглядим, потому что по-другому у нас не получится его разглядеть. Ну реально, чем вам не гибрид стегозавра? Так, это нам не нужно. Вполне себе хорошенький гибрид. Можно брать просто так на арену и сражаться. Там еще кто-то гуляет. Так. Ну, реально, какая-то замыленная картинка у нас получается. Давайте настройки графики. Высокая, высокая, высокая. Качество размытия движения. Да не хочу я высокое. Мне вообще, я вообще не люблю размытие движения. Выключить. HBO включено.
Ну, это гиперяркость. Нафиг она мне надо HBO, если у меня там вообще от монитора зависит, не зависит. Анизотропная. Давайте нажмем применить. И вернемся. Нифига не поменялось, короче. Но 60 кадров. 60 кадров у нас стабильненьких. Развалины наши эти. Так, эти ребята меня постоянно сканируют. Укрепленная дверь. Эту дверь нужно раздолбить звездолетом, ребята. Так, а ну иди сюда, я тебя за хвоста ухвачу. Куда ты побежал, тварь такая? Опачки. Мы его прикормили. Так, ну ты как-то так, не прикольно. А вот это прикольно. Смесь, давайте сейчас мы тут все-таки включим фоторежим и разглядим эту тварь. Она похожа на смесь какого-то... Вот снежный барс, вот стопудово, ребята. Снежный барс с какой-то ящерицей, с капразухом, например. Гибрид снежного барса, капразуха, ну еще какого-то оленя, естественно. Так, а где вообще я стою? Ага, вот он я. Блин, ну такая тушка. Тушка массивная. Прикольная зверюшка. Мне понравилось. Мне понравилась эта зверушка. Это более мелкая особь нашей зверушки. Так, блин, ну стрелять нельзя. Ну, в смысле, добывать ресурсы, потому что эти же подонки сейчас же прибежат сразу. Планета богатая перитом. Вот это вот засыпанная технология, но, к сожалению, у нас еще нету манипулятора. Нужно по сюжету немножко продвинуться. Сейчас по Берику заглянем только в эту пещерку. Попытаемся раздолбить. Ну, черт, нам нужно как бы пониже попадать вот в эту дверь. Нужно нам дубасить. А что это? Мне летающий какой-то камень? Вот это что? Что это за аномалия? Прикол какой-то. Да, реально летающий камень. Мы что, на планете Аватара? Так, стоять, я где-то потерял наш завод. Ты где? Завод наш, выходи. О, ребятки, я пока ищу тот завод, от которого я отлетел. Короче, есть вот такая вот фигня. Так. Пьет кровь. Ничего себе, короче. Это какой-то гигантский клоп переросток получается. Так, давайте будем, наверное, держаться от него подальше. Так. Так, мой самолет. Где там моя метка? О, ты новое существо? Нет, это мы уже видели. В общем, там мы бежим на склад ресурсов, который находится в 300... узлах, по-моему, кто-то называл узлами, не знаю, так ли это. Надо посмотреть, сколько узел равняется метрам, какое там у них соотношение, оно это или не оно. А короче, с заводом какая-то мистика. Я от него отлетел, и его нет. Я сканирую, я смотрю визором, я не могу найти этот завод, представляете себе. Но зато я нашел здесь парочку зданий. В этих зданиях были навигационные данные. Вот по одним отсканировал с помощью усилителя сигнала, вот нашел склад. Да, там еще нашел здание. И есть еще сигнал бедствия у нас здесь. Надеюсь, он не потерялся. Так, вот этих я точно тварей не видел. Это вообще уже какие-то смесь насекомых с антилопой.
Так, вот у нас есть склад ресурсов. Эти все штуки нужно раздолбить. Но если я как только начну долбить, стражи на меня сразу сагрятся. Это зуб даю. Вот таких вот точек я уже нашел, наверное, 4 на этой планете. Ну, здесь у нас технологический... Это все дело нужно раздолбить. Гранит, бронза, радон. Радон — это газ, лемий. Блин, ну здесь летают вот эти твари. Так, где сигнал бедствия у нас на этой планете? Какое-то неизвестное здание у нас тут рядышком находится. И контейнеры там, блин. Ну давайте сейчас бегаем и туда, и туда. Что-то как-то вообще, да, залетел на планетку на секунду, вообще не хочется отсюда улетать, хочется и все исследовать, понять, что здесь, где да как. Так, и вот, ребятки, у нас есть такое здание а-ля монолит. Мы его можем активировать, и у нас здесь будет выбор. Выбор нужно делать правильный. Это может улучшить, либо ухудшить нашу репутацию с какой-то инопланетной расой. Так, путь к пониманию, вероятности вымощен знанием. Атлас говорит отрывками. Интерфейсы Атласа и его тени. Монолит, так они называются, монолиты, так. Его разрозненные дети. Вместе они складываются в безграничную мудрость. В них нужно разобраться. Попросить. Давайте найдем древние знания. Обнаружены какие-то данные. Чемоданчик какой-то нам, да, обнаружили. Вот эти данные, короче. Ну давайте летим к ним. Вызываю тогда я корабль сейчас. Летим к знаниям, потом летим на источник бедствия. Пока у меня топливо есть, можно полетать. Оно еще может в одной стороне, не всем в одной стороне. Точнее, в разных сторонах. Завод я так и не нашел. Отлетел от него, блин, а развернулся, все, нет завода. 20 сек, и мы прилетим к древним руинам. Здесь довольно много вот этих висячих камней. Неизвестно, что, где и почему. Но растительности немного. Ну, садимся. Так, мне там взлетного топлива еще хватает. Давайте исследуем. Я не могу туда зайти. Пустите меня. Так, у меня тут жизнеобеспечение уже. Что вообще дают этой руины? Чё я сюда прилетел? Ага, здание непроницаемое, так сказать. Так, ну я чё-то так предполагаю, что нам бы не помешало забраться куда-нибудь повыше. Ага. Фрагмент артефакта? Черт. А, так, давайте посмотрим, чем я могу... У меня есть кислородная капсула. Так, подождите, у нас прямо же здесь вот где-то был.
Как будто бы под кораблем. Но нет. Так, есть вот такой вот какой-то артефакт. Разблокировать механизм. Спасибо. Древний замок, большой ящик артефактов. Спасибо. Спасибо за то, что пригласили меня на эту увлекательную прогулку. Так, ну хоть ты... О, я нашел древний ключ. Блин, тут какая-то такой мини-квест. А ты что? Так, стоять. На меня сейчас агрятся стражи. То есть мне нужно 3 ключа найти. Валим. Стражи прилетели. Но они сейчас должны отагриться от нас. 19-20 секунд. Надеюсь, я как бы свалю от них. Четыре, три, два, один. Ну все, вроде успокоились. Заодно натрий сейчас соберем. Так, в общем-то, нам нужно найти еще 2 ключа, ребята, здесь. Надеюсь, они здесь, эти ключи. Так, да, я сейчас выключусь, и если найду, то включусь. Короче, вроде бы я нашел еще 2 ключа. И что нам дают? Иссушенная собач X1. Так, там еще гравишар есть. Гравишарик? Блин, я там крутился мимо. И не смог его найти. То есть, где этот шарик? Давайте сейчас попробуем еще раз. Да ну... Слышь, попробуй передом полететь. Так, он слышно звук, он издает. Я думаю, эта штука очень дорого стоит. Ну, вот он типа там. А как его добыть? Почему я его не вижу? То есть другой шарик просто лежал. Ну, смотрите, какой мистика какая-то. Он, ну, типа глюк, может, провалился просто. Ну, я пробовал те башенки, эти кувшины разломать, они не ломаются. Ну, вообще никак. То есть он, получается, застрял у нас вот здесь. Эх, обидно. Обидно. Так, ладно, давайте сейчас на кораблике, может, попытаемся взлететь. Сейчас мы выберем точку аварийного сигнала. Я сажусь в корабль. Давайте глянем, что мне тут по движкам. Сейчас он скажет, что у меня нету чем взлететь, да? Спасибо. Я этого ждал. Так, создать еще. Так, что-то я промахнулся куда-то. Вот так вот, отлично. Ну, давайте взлетать. Я сейчас попытаюсь, конечно, бомбануть. А-а-а!
Вот здесь есть такая, такой глюк. Здесь можно застрять. Еле вырвались. Ну, кораблик вроде так нельзя разломать. У меня есть ракеты? Ладно, то есть не будет у нас гравишарика, полетели на сигнал бедствия. Две минуты, нет, надо подниматься в атмосферу. Так, ну что ж, входим в атмосферу. Так, и здесь у нас, ребятки, есть кораблик. Но этот кораблик не будет лучше нашего особо. Плюс-минус одна ячейка. В этом дело. Ну, сейчас давайте посмотрим. Ну, он очень похож на наш корабль. Давайте глянем. То есть мы можем его сейчас реально забрать. Так, 17 ячеек у него. Давайте сравним. У нас 15, у него 17. Неплохо. Но нам придется много чего здесь освобождать. Намагниченный хром, хромметалл, золота у меня здесь нет. Так... Ну, здесь все нужно ремонтировать. Но на самом деле его бы, конечно, не мешало бы взять. Он существенно мощнее нашего. У него есть даже класс Б. Третий и прочая лабуда. Ну, блин, мне придется много чего делать. Опять же, герметик. Где взять герметик сейчас? Я вот что-то даже понятия не имею. Вот, я не смогу даже взлететь. Взлетный двигатель. Чистый феррит есть, гидрогель есть. Так, нитрат натрия у меня откуда-то взялся. Хлорометалл можно сделать. Чистый феррит, нитрат натрия. Не знаю, где он берется. Хлор на станции купить разве что можно. Так, ускоритель. Ну, это нам не суть важно. Парафини, пугни. Ну, это геморрой, конечно, ребят. Геморрой ради двух ячеек. Класс, конечно, повеселей. А, я добавил в коллекцию? Ну, он типа мой. Давайте тогда еще что сделаем. Откроем здесь то, что есть. Биосенсор. Сложное устройство, дающее возможность сенсорного ввода. Устройство неисправно. Нужен хром-металл. Аварийный маяк. А здесь будет вот этот какой-то гель или еще что-то? Искать корабельный груз, искать работающие технологии. Открыта новая технология. Приемник телепорта. Неплохо. То есть, ну, мы и так его по-любому должны открывать. Это ставится на корабли. Но антиматерию мы создавать не можем. Технологический модуль можно купить.
Тася, у меня, конечно, есть теперь корабль поломанный в коллекции, да? Ионная батарея. Но мы сможем проще потом просто купить корабль получше, чем вот этот. Чем этот отремонтировать. Ну, может быть, нам просто через какое-то время будет очень легко доставить эти, добавить, достать эти ресурсы. А вот эта мелочь не хочет открываться? Хочет. Так, ну все, ребята. Здесь ловить больше нечего. Кораблик я за собой как-то типа застолбил. Не знаю, как, что да почем. Две ячеечки. Классом выше. Урон на 20% выше. Это хорошо. Ну, а мы летим по сюжеточке. На какую-то другую планету. По дороге еще закончился третий, короче, топливо для нашего вот этого гиперполета. Пришлось еще тут фармить метеориты, так сказать. Так, я уже был на этой планете, получается. Так. Ну, давайте там приземлимся. Там будет бесплатно приземление. Вот здесь можно очень хорошо застрять. Вот в крыше этого дома. Ну, кстати, нормалек. Так, ну, нам нужно 200 метров. Давайте мы прогуляемся туда 200 метров. У, смотрите, здесь как... А, здесь радиация. Черт подери, думал, здесь как красиво и комфортно. Можно бы здесь и остаться. Станция рядом, очень удобно было бы. Но нет. Телепорт поставить. Так, что у нас здесь есть рядышком? Поврежденный механизм. Вон там сейчас тоже сбегаем туда. Но вот наш источник сигнала. 16, 16, 16. 49, 25, С. У нас был А, Б, теперь С. Так, искрящая проводка аппаратуры вызывает появление сигнала, который транслирует в пустоту. Тот, кто его создал, уже его давно нет. Давайте расшифруем этот сигнал. Нет топлива, не удалось долететь до станции. Уровень защиты от твердых факторов почти на нуле. Выхода нет, придется типа переждать под землей. Установил компьютер базы. Кто-то здесь создал базу под землей. Так, помимо записи журнала, сигнал содержит план создания компьютера базы и ландшафтного манипулятора. Точно, блин, это же мы начали игру заново. Нам, мы базу еще свою не создали здесь. Ландшафтный манипулятор. Нам нужны нанотрубки. Отлично. Делаем вот так. Я только что выбросил нанотрубки. Хотел сделать ешечку, чтобы создать. Так, мультитул. Е. Ландшафтный манипулятор готов. Так, теперь мы сможем откапывать технологии. Так, соберите медь 80, активируйте ландшафтный манипулятор с помощью G, мы знаем, да. Чтобы найти следы ресурсов, используйте, ну, там понятно. Так, вот здесь еще у нас технологии кто-то валяется. Чистый феррит, 10 штучек. Ну, что, у меня нет чистого феррита, это какой-то прям... Прям какой-то нонсенс.
Простите. Давайте сейчас сделаем. Ферритная пыль же у меня должна быть. Ферритная пыль, чистый феррит. Топливо. Так, 10 нам нужно. Раз, два, три, четыре, пять. И 10 у нас уже есть. Так, давайте. Ладно, пока не будем забирать. Ну, я ж только что... Прошу прощения. И что нам дают? 33 нанита. Да. Это было зря. Так, давайте искать медь. Натрий. Не то, не то, не то. Залежи натрия, натрия. Да ты кто такой? А ну иди сюда. Спинозаврище какой-то, мутант. Бобер-спинозавр. Натрий, 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 натрий. Кислород, углерод. На этой планете что? Нет меди? Ух ты. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Смотрите, какая птица. Это фараракс, ребята. Фараракс. Так, а ну-ка, что у нас есть здесь? Переместить солнце. О, точно. Эффекты камеры. Стандартный фильтр. Облачность. А что значит облачность? Вот, это облачность, блин, и плотность тумана идиотская, которая мне мешает жить. Вот так вот мы сохраняем эффект. И делаем парочку кадров. Ну чем вам не террор птица? О, так с этой стороны у нас тут все красивее. Вот так вот, ребят. Что-то мне не хочется, не хочет, чтобы я его чем-то покормил. Так, ну нам нужно искать. Или сбегаем сейчас в магазин. Давайте сейчас мы сбегаем вот к этой технологии. 260 метров, это совсем рядом. И потом побежим туда, в магазин, на станцию, где мы приземлились. Ну, планетка, конечно, радиационная, не прикольная, но прикольно. Но пейзажи здесь хорошие. Так, не-не-не-не, кислород, ребята, в таком количестве нельзя пропускать. Главное, наводите курсор, и даже стоя на месте, мы все здесь пособираем. Так, нам сюда.
Че там такой за дикий зверь? Давайте сбегаем к зверю. Мы же, ё-моё, исследователи. Мы приехали на остров Черепа с экспедицией. Что ты такое? А тело-то динозавра? Жесть. Так, ну сейчас мы тут откопаем эту штуку. Но сначала нужно подзарядиться. Итак, берем манипулятор, включаем G. И вот наша технология. Мы ее добыли. Отлично. Так, ну а теперь валим к нашему кораблю. Меди, короче, здесь днем с огнем не сыщешь. Ресурсов много, но все один натрий, натрий и натрий. Ну, можно подобывать здесь и натрий, конечно. Потом его просто продать. Ну, очистить и продать. Так, выполнили задание. Давайте будем смотреть, что здесь есть. Так, нам предлагают манипулятор. За миллион. 15 ячеек нафиг надо. Пусть он хоть чуток и получше. Извините, не то. Так, в магазин. Продавайте предметы. Давайте посмотрим, чем мы тут можем загнать. Гравишар. Но я так и знал, что он стоит нормально денег. Сколько? 1 459 000. Вот это мы добыли артефакт, ребята. Те, кто нашел и сохранил образец, были настоящим мастером своего дела. В нем содержится достаточно ДНК для создания клона. Кого чего, не знаю. А почему красным светится эта циферка? Продаем. Так, реликвии пока продавать не будем. Снаряды продадим, они нам нафиг не надо. Так, и давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Золото, серебро. Наверное, понемножку я оставлю этого добра. И что здесь можно купить? Так, давайте купим 2 кислородные капсулы. Нитрат натрия, натрий, соль. Соль, по-моему, дешево стоит. Ферритная пыль. Кобальтовое зеркало. Не знаю, что это такое. Но тем не менее, ребятки, нормально, мы заработали бабла. Натрий. Натрий, натрий. Почем здесь, кстати, натрий? Давайте, если продать. Натрий. 7 продать за 7000. 7000, короче, где-то около 10 тысяч за стак. 9-10 тысяч. Ну, кто его знает. Может, и есть смысл здесь что-то добывать. Что ты скажешь? Форма жизни предлагает мне чертежи улучшений для экзокостюма в обмен на скопление нитов. Ну, давайте посмотрим, хватит ли у меня их на данный момент. Так, есть силовое поле. Есть продвинутый расщепитель. Классная штука, кстати, ребята. Так, нейронный симулятор. Повышает вместимость баков реактивного ранца и запас адреналина. Ну, такое себе. Так, рециркулятор волн.
в системе сканирова встраивает мощный дополнительный процессор, значительно ускоряющий перезарядку устройства. То есть это мы для скана. Так, что еще здесь есть? Ну, это класс BBBBB, это класс фигня. Заменяет стандартную оптику расщепителя тыры-пыры. Герметик, блин, а где герметик взять? У меня нет герметика, хотя вот продвинутый расщепитель бы очень даже не помешал сейчас уже. Ну, класс у него паршивый. Плазмомет нас не интересует. Ладно, давайте сейчас посмотрим, что он еще нам предложит. То были занониты. А теперь давайте глянем. Просто приобрести компоненты. Есть герметик. Давайте купим герметик. Навигационные данные. Извлеченные технологии, тоже штуки полезные. Я куплю. Навигационные данные купили. Координаты капсул. Нет, не хочу покупать за 100 штук. Координаты капсула. Так, ну блин, что тогда? Может что-то... Купим за наниты у него тогда. Продвинутый расщепитель. Ну, ладно. Была не была. Манипулятор. Так. Углеродные нанотрубки и технологический модуль. Не могу создать. Так, а технологический модуль, почему-то я думал, что он у меня есть. Так, ладно, сейчас давайте копнем углерода. Но, ну, накопаем немножко углерода. Это готово. Смотрим, что нам еще нужно. Мультитул. Технологический модуль. Да ладно. Нету технологического модуля. Печально получилось. Это извлеченные технологии. Данные. Очень-очень жаль. Так. Ты нам что расскажешь? Хочет, оно слишком напугано. Оставляем его в покое. Благодарить меня за тактичность и дипломатичность. Я получаю что-то, что поможет мне в путешествии. 22 нанонитика. Да, но не густо. Где там тут медь-то собрать? Вот в чем у нас тут беда, ребята.
Абсолютно нету здесь никакой меди. Поврежденный механизм. Печалька. Нашел я, ребята, еще вот такие вот кубики. Навигационные данные. Тут миллион навигационных данных. Вообще-то я здесь уже очень много навигационных данных насобирал. И нужно будет сейчас их как-то открывать все. Так, и залежи меди вот где-то здесь я только что видел. Довольно далеко, 500-700 метров, да. Но нам туда. 500 и там 500. Ну так, вот, в общем-то, ребятки, и нашел я медь, уже второй будет кусочек. Соберите компьютер базы, передайте медь, переделайте медь на хроматический металл. Давайте сейчас поглянем, что у нас тут по месту. Места у меня уже почти не осталось. Так. Туда натрий. Кислород, герметик у меня здесь есть. Кислорода, о, у меня кислорода много. Нормалек так. Ладно, это давайте выбросим. Углерод, сжатый углерод. Можно тоже будет, если что, выбросить. Стак меди есть. Сейчас мы еще насобираем один стак меди. Так. Вот так вот добывается медь. Ну и прочие залежи. Мы можем не только разрушать, можем, конечно, и закапывать ямы при желании. Нам предлагают на этой же планете построить компьютер, ну, то есть нашу базу основать. Так что сейчас мы побежим обратно к нашему кораблику. Так, ребятки, в общем-то я прибежал уже сюда. Давайте будем выполнять наше задание. Соберите компьютер базы, нажмите Z. Так, вот это мне обычно глючит. Нажимаем Ctrl еще кроме Z. Так, и... Так, компьютер базы. Нам нужен хроматический металл. Нам перед этим говорили, что соберите-ка вы еще вот такую вот штуку. Зафигарьте туда углерод. Углерод, а также зафигарьте сюда медь. Где наша медь? Один стак меди вообще нужно тупо переработать. Начать. Так, в общем-то, это перерабатывается. Давайте сейчас посмотрим, что еще здесь. Кобальт. Да нужен ли он мне вообще? Так, а что я собирал вот с цветов? Я собирал синие цветы. Что это было? Неизвестно, что это было. Но также, пока оно там работает, давайте мы сделаем вот такую штуку. Металлическая обшивка. Ферритная пыль. Что ты будешь делать? Она вместе с натрием идет. Какой кусочек жирный. Вот так вот. Делаем вот так. И я насобирал, как видите, много. Я купил навигационные данные, еще нашел несколько навигационных данных. Так что давайте будем сейчас их расшифровывать, пока там у нас все работает. Ввод навигационных данных. Сокровищ. Сканирование защищенных частот, аварийных частот, аванпостов, артефакты. Не знаю, давайте защищенных для разнообразия. У меня навигационных данных много. Обнаружен завод. Так, это тот, опять же, завод, в котором нужно будет выбить двери. Так, давайте дальше.
Надеюсь, он не исчезнет. У меня 5, по-моему, да, навигационных данных. Давайте аварийные частоты здесь еще просканируем. Или на одной планете нет смысла как бы много чего сканировать. Ну а завод получается вообще рядом с нами. Сигнал бедствия. Так, а что только что было тут еще рядом с нами? Вот это что такое? А, это моя метка. Как тебе убрать? Прикольная моя метка. Только я не знаю, как ее теперь убрать отсюда. Расшифровать координаты капсулы. Обнаружена капсула. В общем-то, это все добро мы будем искать уже в следующей части. Так, давайте заберем отсюда. Хром-металл. Так, теперь ставим наш компьютер базы. Отлично. Так, поиск в картографическом архиве. На этот участок никто не претендует. Трали-вали. Занимаем базу, что нам делать? Отлично. Так, что ты там еще расскажешь? Открывается журнал предыдущего пользователя. Воспроизведение записи уже буковка D. Здесь бушуют ураганы, а стройматериала совсем мало. Я сохранил планы убежище. Печальная планета. Так, деревянные стеночки, ребятки, мы изучили. Для этого нам нужно много углерода и прочей лабуды. Так что, ну, этим мы займемся в следующей серии, как вы поняли. На этом я с вами прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и до скорых встреч.